Всем привет, меня зовут Антон, я играю в покер на протяжении 2 лет. В интернете очень много информации об игре в покер, но большая часть этой информации не структурирована и не дает возможности составить свою стратегию игры без дыр, в которую будет утекать весь винрейт. Именно поэтому я и записался на курс Poker Pro, чтобы составить свою полноценную стратегию игры и понимать, в какой ситуации какие действия я должен делать, чтобы выигрывать, а не проигрывать деньги. До участия на курсе я играл на O4 и пытался закрепиться на NL10. В процессе прохождения курса я в итоге закрепился на NL10 с винрейтом плюс 9 ББ на 100. Но пришлось сильно уменьшить количество играемых столов, чтобы каждое решение было максимально продумано и согласовано со стратегией, которую я получил на курсе. И пришлось очень много заниматься по построению этой стратегии вне игры. И что касается полученной стратегии, то она является базой для дальнейшего развития в покере. И в ней отражены все моменты игры в покер: префлоп, алгоритм действий на постфлопе, использование ликов оппонентов, околоигровые моменты. И в дальнейшем на эту стратегию, конечно, нужно будет делать дополнительные настройки для более осмысленных и прибыльных действий. Ну и для этого на курсе, на последнем занятии был дан и объяснен алгоритм действий, который нужно будет использовать для роста скилла в покере. Ну, я считаю, что на курсе каждый найдет для себя что-то, что было упущено при самостоятельном обучении.